города на дожде. Здесь и восток, и запад, здесь Гонконг. Безумно живой и интересный город. Остановившись на самом краю полуострова Коулун в районе Цим-Шацуй, спешу перебраться на другой берег, бросаю жетон и растворяюсь в потоке пассажиров. Паромы снуют каждые 10 минут, причем можно выбрать любой. В стилистике Китая, с рестораном или что-то попроще. Небоскребы сверкают чистыми стеклами и металлом. Один из них самый дорогой за всю историю человечества творение Нормана Фостера – Банк Гонконга и Шанхая. Рядом бутики, снующий офисный планктон в костюмах и на каблуках, огромное количество красного такси, причем не очень дорогого.